Всем привет, дорогие друзья, это студия «Хорошее настроение». Сегодня 10 июля, понедельник, а вот 13 июля, в день официального открытия 26-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, состоится концерт, посвященный народному артисту Беларуси Александру Тихановичу. Именно в этот день Александру Григорьевичу исполнилось бы 65 лет. Вспомнить замечательного артиста и поговорить о предстоящем концерте мы хотим с нашим сегодняшним гостем, легендарным, без преувеличения, режиссером-постановщиком, заведующим кафедрой режиссуры эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, доцентом Александром Вавиловым. Александр Дмитриевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Сладкие подарки для нашего гостя предоставлены партнером программы «Кондитерская фабрика Витьба». Бисквитные сладости от Витьбы – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Витьба – наполняем жизнь вкусом. Александр Дмитриевич, мы знаем, что этот концерт будет благотворительным, да? Не будут продаваться билеты, и артисты, в принципе, выступают тоже без гонораров. И наверняка желающих будет очень много на него попасть. Вот как-то продумана какая-то система пригласительных или как будет организован сам процесс? Вы знаете, я вот тоже задался целью достать какой-то пригласительный билет на этот концерт для тех, кто будет в Витебске из моих знакомых. Пока мне это не удается. Но есть такая славная дирекция фестиваля, которая существует уже 26 лет и, наверное, как хороший кормчий ведет этот корабль. Они знают, как сделать правильно. Они найдут возможность не обидеть никого и пригласить тех, кто должен быть в этом зале в первую голову. То есть места, в принципе, хватит всем? Я полагаю, нет. Ну, я думаю, что можно просто быть рядом. Иногда все звуки долетают, как это обычно бывает. Наверное. Концерт будет проводиться, конечно, в очень непростых условиях. Дело в том, что кто знает фестиваль, кто знает Александра Тихановича, почти всегда день рождения приходился на время, когда фестиваль был в самом разгаре. И очень часто на день рождения Саша приглашал совершенно неимоверное количество людей, совершенно разных. Порой можно было не видеться год, два, три, и на дне рождения у Саши увидеться. Вот что-то вроде этого произойдет на концерте, который состоится. Вы знаете, называется он «В день рождения артиста». Это не вечер памяти, это не поминовение. Это день, когда артисты соберутся вместе с Сашей, мне так кажется, что это получится, в этом зале, чтобы спеть лучшие песни, чтобы вспомнить лучшие эпизоды их жизни, чтобы сказать, что артист – это очень редкое явление. Исполнителей на эстраде очень много. А вот артистов, настоящих артистов, каким был Александр Тихонович, очень мало. Вот коль скоро мы заговорили об артистах, кто из артистов изъявил желание участвовать в концерте? Ну, изъявили участие, принять участие многие, но ведь есть еще какие-то технические условия. Есть возможность приехать на этот фестиваль, есть возможность временная. Дело в том, что концерт начнется в 6:30, а уже в 9:00 на летнем амфитеатре проводится самое главное событие года – открытие. И артисты, которые принимают участие в благотворительном концерте, должны будут успеть переехать в летний амфитеатр, чтобы принимать участие в открытии. Поэтому все это будет делаться, ну, как у нас на фестивале говорят, с колес. И вот, например, концерт завершать будет Тамара Гверцители. Вот такое придуманное решение, интересное, согласованное с Ядвигой Константиновной. А Тамара Гверцители принимает участие в самые первые минуты открытия. Представляете, какой риск? Такой очень маленький. Поэтому концерт раздувать и увеличивать нельзя. Он должен быть очень компактный. Как, собственно говоря, любое сценическое действие. Если его много, тогда оно не нравится. Когда оно будет в самый размер, тогда, значит, запомнится. Тогда давайте поговорим о Славянском базаре непосредственно, потому что, ну, тут можно сказать, что это ваше детище, но у вас... в какой-то степени. Да, ну, извините, в большой очень степени, поэтому вот вы можете его оценивать своими отеческими глазами, и вот за годы, за это время фестиваль наверняка изменился, да, что-то новое пришло, а есть ли что-то, что ушло, и вот жалко, что ушло, и хотелось бы вернуть? Ушло многое. Ушли традиционные концерты для фестиваля «Национальные дни искусств». Но сказать о том, что приходится об этом жалеть, нет, потому что на смену этому формату пришел совершенно новый, необычный формат. Может быть, идея национальных концертов в чем-то себя исчерпала. Для этого есть и другие какие-то события. Есть молодеческий фестиваль, есть дожинки, есть еще ряд других мероприятий. А все-таки фестиваль в Витебске, вы знаете, это как
выросший ребенок, когда на него смотришь и думаешь, ну вот вроде бы он твой, но вот совершенно незнакомый. И когда приезжаешь в Витебск, чувствуешь его особую атмосферу. Это трудно словами описать, это надо чувствовать, потому что каждый кусочек Витебска, он связан с фестивалем, ни на что не похож. Это когда-то в начале мы говорили друг другу, вот надо дождаться хотя бы 5 лет, 5 фестивалей, надо отдавать ему все, тогда он будет отдавать вам. Вот уже фестиваль 26-й год, и он уже действительно, он дает имя, он дает известность, он дает ощущение, вы знаете, некой предсказуемости и стабильности. Ты знаешь, что летом, в июле месяце, обязательно будет славянский фестиваль. Обязательно при любой погоде. Даже когда спрашивают, а вот что вы будете делать, когда будет дождь? Но не глядя на то, что есть крыша, будет дождь. Но фестиваль все равно тоже состоится. Будет, да. Вот вы абсолютно правы. Я могу подтвердить, потому что бывало не раз. И есть вот такое ощущение присутствия постоянно вот этого вот Витебске, этого праздника. Да, вот оно есть, и за это хочется держаться. Да, совершенно верно. И Витебск уже какой-то вселенский город. Да, это не просто правда. Областной город Беларуси. 26 фестивалей, да? Какой вам запомнился больше всего и чем? Вот я сейчас вспомнил. Мне запомнился больше всего фестиваль 1993 года. В тот год случился необыкновенный концерт белорусской эстрады. И не потому, что был режиссером я, нет. Художественным руководителем концерта тогда в единственном раз выступал Владимир Мулявин. И тогда под его имя удалось собрать совершенно необыкновенную молодежь, которая сегодня является звездами белорусской эстрады. А тогда они были молодежь. Это был необыкновенный по цвету концерт. Он весь был чистый, белый, вдохновенный. Он очень был белорусский, он был очень международный, я бы сказал. Ну, я не знаю, как эпитеты еще употребить. Я просто недавно пересматривал эти архивные записи. Они есть. И это, конечно, необыкновенное зрелище. Ну, коль мы сегодня уже говорим, и не только сегодня, а об Александре Тихановиче и Двиге Поплавской, они наверняка бессменные были участники всегда, да, Славянского базара. Вот, может, какая-то есть интересная история с ними связанная? Хотя они настолько... Витебская, да? Да, хотя они настолько, мне кажется, скромные люди всегда были, что, кажется, все так четко, все. Да, вы знаете, что действительно они были очень скромные люди. Порой, когда они входили, например, в арт-кафе, это происходило незаметно, но вдруг в один из годов, я не помню, это было в каком году, вдруг я увидел, что все в арт-кафе поднялись и каким-то образом сгрудились вокруг кого-то. Мне тоже захотелось подойти, узнать, что же там происходит мимо меня-то. Вот. И оказалось, что внутри этой компании, этого сборища, был Александр Тихонович, который рассказывал какой-то анекдот. Вы знаете, это был непревзойденный мастер анекдотов. Это человек, который собирал вот этот необыкновенный фольклор в самых невероятных местах и так умел его подать. И, конечно же, раздались аплодисменты. Я думаю, ну вот, благодаря человеку за анекдот. А просто у Саши был в этот день рождения. Это было забавно, это было пикантно, но это Витебск. Это Витебск. У вас наверняка остались еще старые васильки. Ох, как меркантильно ты спросил. Нет, с точки зрения нумизматики. Вы знаете, что вот студентам раздал. Дело в том, что в этом году будет такое обновление денег, совершенно иные деньги. А предыдущие деньги пришлось раздать студентам. Это какая-то реликвия, какая-то памятная вещь. Александр Дмитриевич, вот на столе у нас лежат брошюры, у нас лежит медаль. Можете подробнее рассказать, что это? Каждый год на фестивале издается вот такая необыкновенная брошюра. Ее трудно достать, честно говорю. Это расходится очень быстро. Здесь напечатаны портреты 2 конкурсов, детского и взрослого. И тут есть даже табличка, когда сидишь в зале, для себя выписываешь какие-то баллы и предугадываешь, ну кто же в этом году станет победителем. Поможете мне достать? Да, пожалуйста. Да. А медаль? А медаль – это очень редкая вещь. Это медаль... вручалась тем, кто работает на фестивале 20 лет. Ее получили, ну, дай бог, десяток человек. Как вы считаете, какое мероприятие на Славянском базаре вот сейчас, в этом году, станет самым заметным? Ну, мне хотелось бы сказать, что те, которые делаю я, но справедливости ради надо сказать, что, конечно же, открытие. Открытие – это тренд, бренд фестиваля. В нем собираются самые яркие силы.
самые невероятные звезды, и ему этому открытию позволено репетировать и сделать события таким ярким, таким интересным по всем параметрам. Ведь сплетается очень много вещей, не только актеры на сцене. Сплетается невероятный свет, сплетается невероятный звук, мастерство людей, которые владеют видеоэкранами, мастерство людей, которые работают за кулисами, по городу. Это очень большой завод. Пускай все получится. Спасибо. Самое главное, пускай вы обязательно сами получите удовольствие, потому что когда ты сам от своей работы получаешь удовольствие, наверное, это высшая степень профессионализма. Но для того, чтобы хорошо работал мозг, это тоже очень важно режиссеру, наверняка, как никогда. Мы хотим вас угостить сладким подарком от нашего партнера, от кондитерской фабрики «Видьба». Будем надеяться, спасибо, что это хоть как-то подсластит ваши рабочие будни. Утром это очень нужная вещь. Спасибо, спасибо вам огромное за то, что нашли время встретиться с нами. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что этим утром мы с удовольствием пообщались с режиссером-постановщиком, заведующим кафедрой режиссуры эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, доцентом Александром Вавиловым. Мы прощаемся с нашим гостем, отпускаем его творить. Сейчас это то, что нужно. А у нас новости 24 часа.